Мы в 19 раз уже собираемся здесь, на Каире номер 1, в поселке Асбест, Сызевский район, для того, чтобы таким образом выразить свое отношение к природе. Девиз этой акции прост. После нас водоем должен быть чище, чем до нас. Мы убираем его и под водой, и сверху. Под водой каждый раз находим новые предметы. Это бывают и различные утерянные часы, очки. Сегодня нас, я надеюсь, тоже ждут интересные находки.